Вопреки прогнозам по ослаблению карантина, Министерство здравоохранения оставило Одесскую область в красной зоне. Предупреждения и запреты не мешают развлекаться молодым одесситам. Массовые гуляния продолжаются. По вечерам, особенно выходных дней, улица Дерибасовская остается центром молодежных развлечений. Играют, поют, танцуют. О масках и социальной дистанции тут никто уже не помнит. Полиция и муниципальная стража не вмешиваются. Вероятно, местная власть таким образом пытается завоевать любовь молодых избирателей. Везде нельзя, а в Одессе можно. Любительские съемки распространяются по социальным сетям, что привлекает новых желающих веселого уличного отдыха. А между тем, недавняя информация о скором ослаблении карантина в Одесской области не подтвердилась. Министерство здравоохранения оставило нас в красной зоне. И еще 17 областей с высоким уровнем заболеваемости. Действовать по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно» в данном случае себе дороже. И тем, кто рядом, тоже.